Всем привет, друзья! Вы на канале Роза от Сережи. Сегодня у нас с вами очередной шедевр от Ирины Федоровны. Но это не точно. И мы его опять не сфоткаем, потому что очень быстро темнеет. Ну, это... Зато мы снимем видео, друзьям. Вот, все для вас. Если вдруг видео резко прервется, то не обессудьте. Мало процентов у меня на телефоне тут. Где такая кустовая крутая? Я сегодня приехала, она так распускается. Серьезно? А что у нас тут еще по составчику, Ирина Федоровна, расскажите? Еще роза штучная молия, гипсфилгерочка, эстромерия и эвкалипт. Это чудес. Завтра мы с тобой попробуем с этой розой, с кимией золотистой, сделать букет. Да? Вау. Вот как сфотографировать этот букет? Я его примерно прикидывала, он такой хорошенький. Хорошенький, да? Ну, тогда, друзья, ждем лайкосики, потому что букетик будет хорошенький. Подписочки тоже ожидаем от вас. И, конечно же, хорошее настроение тоже приветствуется при просмотре данного ролика. Ну и, конечно же, ваши чудесные, неповторимые комментарии, дорогие. Уточка Corporation просит быть нежнее Сережу с цветочками. Уточка Corporation, конечно. Об этом Сережу мы все время просим. Об этом Сережу все просят, и Сережа всегда с этой просьбой соглашается. Да. Влада пишет, какой у Ирины хороший характер. Букет чудесный. Хороший. Это чего? Что я тебя терплю? А что это ты меня? Не знаю. Не, ну я не знаю, что ты там терпишь. Но люди пишут, значит, передается твоя энергетика положительная через... Понимаешь? Конечно. Вот. Влада, спасибо вам на добром слове. И спасибо, конечно же, за вас. Дай за вас. За, спасибо за вас. За то, что вы есть. Что такое? Спешишь и косяк какой-то? Или что? Да, кто спешит, тот людей не спешит. Так что, если ты долго собираешься? Смотри аккуратно. Так ты еще на телефон не зарядила? Ну что, работа постоянно. Мне еще надо звонок один сделать важный. А я не могу, потому что... Так, Наталья. Ирина Федоровна неправильно сухоцветы в букет делает? Сгниют? Встречный вопрос. А для чего они должны перестоять основной цветок? Странное зрелище, сдохшие цветы, так как время подошло, но гордо возвышающиеся сухоцветы. О, там, наверное, отлично. к тебе предъява какая-то будет. Слышишь, так отлично попросить. Же. Что отлично Одни же? Одни цветы сдохли, как вы говорите, да, там? А эти цветочки сухоцветы. Мы, кстати, всегда предупреждаем, что сухоцветы потом поставьте отдельно в вазочку. Уберите их, пожалуйста, чтобы они не сгнили, там ничего с ними не стало. Не выкидывайте. Нет, я так понимаю, что здесь дальше будет в комментариях какой-то тебе по поводу того, что неправильно с сухоцветами. А Наталья, наоборот, тебя сейчас тут защищает. Почему? Ну, давай мы дойдем к тому комментарию уже тогда и... Потому что, мол, сухоцветы будут гнить в воде, это же сухоцветы. Давай, говорю, дойдем к тому комментарию, и ты тогда объяснишь свою позицию, кисенька. И также Наталья пишет нам, интересно читать комментарии, когда говорят, что не профессион, из руки перекладывать при сборке. А результат профессиональный в итоге, то какая разница, каким образом собирать? О, походу, к тебе там еще будет предъява. В общем, Наталья. Из руки в руку? Да, выступила твоим сегодня этим адвокатом. Из руки в руку не так-то и легко перекидывать. Ну подожди, давай к тому же, тоже к тому дойдем комментарий. Просто я, друзья, читаю все по порядку, и если вы хотите кому-то ответить, то лучше, наверное, в комментарии отвечать, а не так отдельно, потому что непонятно будет, ну, путаться. Марина Кравцова пишет, букет огонь. Спасибо, Мариночка. Привет вам передаем. Далее. Натанайл. Привет из Сибири. У нас морозы на днях будут под 40. Букет, как всегда, супер. Уже отметила в инсте.
Идею подали про елки и облепиху. Хочу попробовать. Самоед — порода собак. Самоед — Мишка и его друзья. Канал про этих собачек. Мы вчера смеялись с этим. Прошу прощения, друзья. Что, нежнятинка? Клиентура прежде всего. Так. В общем, Натанайл. Мы закончили на Натанайл. А, про самоеда и собачек мы вчера... Сори, мы реально не знаем. Я вообще в Ютубе не сижу. Так это канал какой-то, видишь, а мы не знаем. Ну, ничего. А, так, значит, далее. Нас смотрят самоеды. Самоеды даже нас смотрят. Татьяна Титова. Ребят, при всем уважении к вам, сухоцветы так в букет не ставят. А, вот мы и дошли до этого комментария. Это непрофессионально. Работа с сухоцветами — отдельная тема. И прежде чем транслировать сборку такого букета на аудиторию, хорошо бы научиться правильно с ним работать. Это несложно, просто при соблюдении этих правил стебли сухоцветов не будут гнить в воде, что неизбежно произойдет, если поставить их в букет, как вы показали. Скажешь, Ирина Федоровна, что вы скажете? Нет, вообще можно, да, лучше укоротить, допустим, те же сухоцветы, чуть короче сделать, чтобы, допустим, они не соприкасались с водой. Можно так сделать. Ты в теме, короче. Угу. Так тебе вообще не до колебаться, я смотрю. Что тут доколебаться? Ну, я же говорю, я же не все идеально делаю. Но почему же ты тогда так не делала? Ну, спешила, наверное. Короче, ты признаешь косяк или что? Ну, или... смотри, там можно было подрезать так, чтобы водичку не попадали сухоцветы. Mm-hmm. А мы также и предупреждаем клиентов, чтобы убирали из букета сухоцветы, чтобы их потом отдельно поставить в вазу. Вот и все. Ага, то есть это не критично. Да, я всегда говорю, когда сухоцветы добавляю, говорю, вы потом, пожалуйста, уберите сухоцветы и отдельно их поставьте в вазу, и они будут долго радовать вас. Вот, как бонус. Бонусный, короче, этот самый, да, я понял. Татьяна Титова, благодарю вас за ваш комментарий. В общем, вау, какой коротенький получился такой. Так, вот, я вижу ошибочку. Ошибочку. Да, мне хочется вот тут вот здесь немножко больше сделать. Чтобы... Дай-ка гляну, здесь что-то из-за того, что я не смотрю в зеркало. Когда смотришь... Ты его еще так подкоротила, что ли, или что? Чего подкоротила? Какой-то коротенький, не такой, как обычный. Не коротенький. Normal desk? Я понял. Ну все, тогда давай упаковывать, потому что Евгений Степанович ждать не будет. Евгений Степанович ждет. Так, я, наверное, возьму только один тон в этот раз. И батарея твоя тоже. Не буду мешать. Поэтому вопросы с сухоцветами... Так, ладно, дальше мы переходим. Неля Гивко. Букет действительно зимнее чудо. Эти штучки на вашей елке у нас называют перекати-поле. Растет в степи. Бабушка из него метлу делала. Мы в магазине его красим в белый и лавандовый цвет. Покупателям нравится. Прикольно. Ну, оно же не везде растет, наверное. В степях где-то. Да, слушай, а как в степях, если... Это не в степи, это, то есть, наша местная. А, но она его садила сама. Угу. А, это тебе приносили, да? Да. Местные фермеры? Да. Там прям фермеры. Как там говорят? От ног до мозга. Как говорят? Ну, я не знаю, как говорят. До мозга костей. До мозга костей? Кто? Да. Эти? Садовод или что? Да. Благодарю, Нелли, вас за комментарий. Так, далее. Ирина Теодорович. Не совсем профессионально перекладывать букет при сборке из одной руки в другую. Цветовые решения всегда у флориста удачные. Не знаю, как по поводу профессионально или нет, но в одной руке, наоборот, когда ты держишь и ты не разрушаешь букет, это, как по мне, наоборот, хорошо, что ты не разрушил букет. Ну, как-то перекладывать, а делать так, как неудобно. Первый раз слышу, что нельзя перекладывать. Вообще, никогда не понятно. Понятно, Ирина. Народ, кто слышит, как вы считаете, профессионально ли перекладывать из одной руки в другую букет? Если, то есть, ты делаешь букет, и тебе неудобно, ты перекладываешь в другую руку и делаешь в другой руке.
В общем, главное не разрушать, я так понимаю. Конечно. Да? И делать, если правильно спиралька, правильный букет, то букет не разрушится. Угу. Окей. Благодарю, Ирина Теодорович, вас за комментарий. Тем более он тяжелый, и ты находишь нужные ракурсы, такие, которые тебе будут удобны. Да? Угу. Любовь. И последний комментарий от Любови. Добрый день. Букет получился нежный, красивый. У нас тоже вазы стеклянные перебили кучу. Перебили кучу. Кучу вас уже перебили, как и ты, кисонька, понимаешь? Да, это я спец. Это мне девочка одна такую историю рассказывала. Говорит, пришла работать в новый салон. Говорит, мне попросили помыть вазы. Я, говорит, одну вазу побила, потом вторую, понимаю. Ну все, мне хана. Так, ну все, почти закончено. Давай еще потом итоговый и все. Все готово, друзья. Оцените, пожалуйста, букетик наш по шкале от 1 до 10. Всем спасибо за внимание. Пока.